Здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей Лоскович. В который раз уже вижу, что многие люди отделывают колонны именно вот таким вот образом. В целом смотрится неплохо, но что это за собой влечет? Уже который заказчик жалуется, что очень непрактично, что через год, через два влечет за собой это вот такие вот последствия. Вот не знаю, я правда, может, стоило бы попробовать обработать это все поверху лаком, чтобы хоть как-то это все держалось. Ну, короче, все вот такие вот колонны нужно искать другое решение, потому что этот камешек, он будет осыпаться со временем, как бы его не наклеили, вот, малейшие потертости, где-то он сразу же осыпается. Уже не первый раз я это вижу. Дело вот решил с вами поделиться, что очень плохое решение в отделке таких колонок. На этом у меня сегодня все. Всем пока.